Друзья, доброе утро! Сегодня 13 февраля 2024 года, Норильск. Сегодня отмечается не только у нас в стране, но и в других странах интересный праздник. Конечно, история этого праздника может быть противоречивая, но мне нравится, что есть праздник любви и влюбленных. Вот, испытать данное чувство желаю каждому, пережить эти чувства тоже, жить этими чувствами обязательно нужно, потому что любовь во многом определяет направление, вектор нашей доброты, чувствительности, открытости и взаимного уважения. Вот. Я, конечно, за классическую любовь, вот. Но сейчас что-то в этом мире безумном не происходит. Поэтому будьте любимы, любите друг друга. Всех с этим большим праздником. Вот. Я надеюсь, что сегодня будет много приятных сообщений в адрес тех, кому хочется сказать что-то приятное и про любовь.